В столичном дворце спорта прошла церемония открытия чемпионата Европы по индор-хоккею среди женских команд. А в эти минуты сборная Беларуси проводит игру с украинками. Для наших девушек это уже второй матч на турнире. Первый они сыграли против сборной Германии сегодня днем. Все подробности у Ярослава Писаренко. Первая встреча на турнире для наших девушек и сразу против фавориток турнира. В мировом рейтинге индор-хоккея сборная Германии занимает второе место. Афиша лучше не придумаешь. Хозяйки предыдущего чемпионата мира против хозяек чемпионата Европы. При родных трибунах белорусские смотрелись очень хорошо. К перерыву команды успели обменяться голами и ушли отдыхать при равном счете. А вот старт второй 20-минутки немки явно провалили. Стали держаться ближе к своим воротам, больше защищались. Наши девушки наоборот прибавили и забросили в ворота немок 3 мяча. Казалось, счет 4-1 вполне комфортный и можно спокойно доводить матч до победы. Но немки есть немки. За 8 минут до окончания матча Акидия Пасараконда поменял вратаря и выпустил 6-го полевого игрока. Это дало свои плоды. Команда забросила 2 мяча и оказалась в шаге от ничьей. Но в напряженной борьбе белорусские сумели отстоять викторию. Итоговый счет 4-3. Очень тяжело было, очень трудно, очень сильная команда. Она в рейтинге на первом месте, первое-второе место. И нам эта игра была очень важна, и мы ее победили. Мы были команда, мы были сплоченные, мы старались. Вы, конечно же, видели моменты, когда Германия играла 6 полевыми игроками и владела игровым преимуществом. В какой-то момент наша команда расслабилась, стала проигрывать позиционно. Больше времени уделяла атаке и забывала об обороне. Где-то нам не повезло на угловых, но в целом команда справилась.